Я тебя понял. Неужели? Да. Ты боишься, что шарик в закоулком памяти, я повешу стену, когда в голове меня захлестнет ад, и я превращусь в слюнявый овощ. Это не значит. Да, я все понимаю. Но поймите, что сейчас здесь творится, происходит по моей вине. Я облажался и по-крупному. И каждый пропавший, каждый погибший на моей совести.